на выставке ряд картин, которые сделаны из мозаики и цветного стекла. Картины вообще очень по тактильности приятные. Здесь залит специальный раствор. Уже после того, как наносим эскиз, мы выкладываем камни по цветам и по размеру. Впоследствии здесь идет затирка, которая скрепляет все камушки, и уже ни один камень не отпадет. Почему, да, выбор пал там на Салаха, либо на Месси? Вообще думали, какие же у нас футболисты сейчас в топе? И уже чисто, так скажем, энергетически, потому что многие спрашивают, почему нет Рональда. Но, не знаю, он нам просто, может быть, не близок, как бы это ни звучало. В общем, первый был сделан Салах. И впоследствии все-таки мы хотели сделать какой-то большой объемный портрет. И вот сделали работу Месси. Салах, например, да? Он все-таки такой позитивный, так скажем, персонаж. И мы даже переживали, когда у него был первый матч, и его там под ножку поставили. Мы переживали вообще очень сильно. Вот, да. И, ну, Месси уже впоследствии думали, какого второго делать. Даже третьего наметили. Сейчас он только в проекте, пока не буду говорить, кто это. Но впоследствии, тем более, в Казани проходит футбол, чемпионат мира по футболу. Поэтому в любом случае нужно было сделать какие-то футболисты.